Мне повезло в том смысле, что... Знаешь как, давай, подожди, Саш, давай немножко дадим ей расстояние, вот так вот. Мы тоже воспользуемся хитростью, куполу дадим немножко для вдоха. А вот теперь давай все это. Это, конечно, вы все собрали тряпку нехорошо, не конечно, но ничего страшного. Как нехорошо, это просто... Мяли. Просто, да, мяли ее часто. Да, не вижу с этих, как его... Ребрышек, да, складочек. Складочек не вижу, и, да. Брючных стрелок. Да, вот, правильно, стрелочек не вижу. Ну да, тут стрелочки только у Саши, короче. Вот, раз. Вот эта система, конечно, на самом деле очень крутая. Да, запаска будет открываться чуть дольше, но зато она никогда не пыхнет под вами. Вы понимаете, вот это прям огромное достоинство. Теперь вот я делаю замок, закидываю первую резину. Вот, вот все сейчас надо было все натянуть заново, выровнять. Натягиваем фал. Стропы прозвонили? Да. Все четко, да? Да. Все, не сильно так, не тянем так сильно. Все. Вот, и вот я, смотрите, я стравливаю, точнее, зачаковку прячу. Все, отпускай, клади его на землю. Угу. Все, и теперь поехали, значит. Вот такая... петрушка. Начинаем налистывать стропную систему запаски. Блин, вот. Немножко сюда надо. Она такая компактная просто вообще. Да, но самое прикольное, что она на 130. Она и дорогая вообще. Как бы не дешевая запаска. Ну я как бы. Да, мне вот эта идейка понравилась. Вот. Я так понимаю, и смотрите, что происходит. Смотрите, ребят, все. Раз. Вот эти штучки. И вот она сразу на ее место, да, положили. Хопа. Хопа, следующую. Это жирнятина, да? Это по принципу также дебаг для прыжка укладывается параплан. Тоже вот такой вот своей змейкой. Ну да, то есть у Ильи может быть даже такая. То есть получается тут не вопрос парашюта, а вопрос конверта. Да, здесь блатная система на конверте. Знает, какой у него парашют. А. То есть по сути он парашюты все одинаковые, а от конверта могут быть разные. Чуть-чуть. Да, ну тут вообще в принципе все зависит от конверта, да, больше? Да. Но эта система, ребята, не даст вам перепуток. Она не откроет вам купол до тех пор, пока не разойдется стропная, понимаете? Вот в этом плане классно. То есть да, она может быть чуть медленнее, может открываться, ну, теоретически. Угу. Мне кажется, там во время там ситуации... Секунды, да, разница. Да, там дольше будешь думать. Это же все на самом деле, ребят, все эти вещи давно уже затестены, они проверены пилотами. Там такой лиги, высшей лиги, так скажем, как правило, профессионалами. Поэтому тут базарить особо не о чем даже. Вот с этой запаской не произойдет при, поняли, да, переукладке. Угу. Просто сделай нормальный длинный фал, и все. И ты ее хоть в эту руку переложил, хоть в ту. Мне понравилось одно видео, чувак, короче, акропилот, значит, у него фигня полная, кидает запаску, она влетает в купол, он такой берет ее, вытаскивает, назад, падает, назад. И вытаскивает, поправляет, раз, так. А у него есть вторая, он как бы не парится, даже он эту вытащил, расправил, все нормально, решил вопрос, на ней приземлился. То есть как бы видно, что человек готов, прежде всего, ну, психологически готов, то есть он не впал в панику, там, в какую-то в истерику, а когда человек не впал, он готов работать. Готов работать, значит, он решит вопрос. По-моему, такой крутой бесплатный аттракцион на запаске приземлиться. Грех этой возможности не воспользоваться. Видите, просто на самом деле, ребят, насколько эта запаска уже грамотно продумана, Андрюш, вот то, о чем мы с тобой говорили, да, вот уже и чехол есть, все, то есть как бы при выкидывании я ни за что не зацеплюсь, у меня не должно быть никакой шляпы, понимаете, по идее. Даже сделали так, что докуда надо сматывать, да? Да. И вот теперь, смотрите, теперь стягиваем вот эту часть. Раз. Два. Тряпку уложили не совсем, конечно, корректно, поэтому, видите, она сильно раздута. Она должна стать еще компактнее, по идее. Ну, я
вот на чердаке, потом переложу, вот на чердаке можно цветик выгнать, все нормально, плотненько сделать. Со временем воздух сам будет, да? Из кого? Откуда? Из кого и откуда, да? Вот. Ну вот, а теперь вот так вот. Прям чехольчиком, да? Прям с чехлом. Все равно стропы. Какая разница? Стропы и стропы, да. Ну и теперь вот всю эту систему давайте грамотно, красиво прятать. А вы сами не вот это делаете? А у меня своя есть. Вот. И теперь смотрите, момент такой, ребят, чтобы первая зачаковка быстро не раскрылась, вот эти стропы можно было на двойные петельки, ну, покрепче, потому что у меня они там прям на соплях. Вот, но ничего страшного. Чтобы не раскрылась первая зачаковка, нужно просто фало стравить немножко туда. При вытаскивании, чтобы у него был ход. Понятно, да? А потом раз, и пошла. Первая раскрывается ступень. Как, знаете, как это? Как ракета. Первая ступень, да, потом вторая ступень. Расчековалась. И третий этап открытия купола. Ну и все, укладывай. Угу. То есть, как бы, вот сейчас берешь мой фал, и вот так вот, вот этот лишний фал, он как раз нам здесь и будет нужен. А, подожди, то есть, надо что-то здесь уложить. Ну да. Я пытался его. Прям по длине укладываешь и все. И, короче, ручку запаски, вот рукоятка, с той стороны, с какой она у нас планируется. Ну, а здесь она с середину, поэтому. Вот этим парашютиком просто ее вот так вот обернете. И вот так вот сверху наложили. А, парашютиком накрыть его, да? Да, накрывайте, он такой, как бы, как предохранитель. Нет, не накрыть, а вниз парашютик. Нет, я вот так, да? Вот делаю. Вот так? Да. Ну вот, единственное, что видишь. Ну хорошо, на самом деле, как бы. Некрасиво, да? Да по барабану. Там. Укладывайте как хотите. Парашютик. Грипстоп? Нет, это парашютик как пошит, по-моему. Да, это серединка парашютик. Так, все, давай вот так вот. Запрятали и годится. Теперь стропу. Продень стропу. Ты все так будешь продевать, да? Если... Сюда стропу продеть. Да где они, ж нету тут сейчас. Ну так попроси у Сашки синие. А? Две надо или одна? Одна. И в принципе. Так. А что стропа? И как? Удобнее. Нет, еще два. Понятно. Система, конечно, проще, то есть раз в конверт и все, да, но вы должны, ребята, понимать, старая система и опаснее по сравнению с этой, понятно, да? Поэтому зачаковка, последняя ступень, вот эта, когда вы закладываете конверт, она должна быть крепкой, прям хорошие резинки всегда проверены, а то когда резинка перегниет или шивая резинка, человек тянет, и вся фигня перед ним разваливается, и все, и дискотека началась. А вот этот крючок зачем? Зачаковка. На ручку. А это будет. Там и этот, и тот. Не, зачем? Я шишку специально здесь выложил. А этой стропы не было, как без стропы она держалась? Синий? Ага. Это просто, чтобы смонтировать ее. Чтобы смонтировать, все, понял. Зачековалась и залепилась, да? Все, теперь понятно. Это, чтобы видеть зачековку, да, наверное? Вроде не отсюда зачековка. Нет, это стеклышко, чтобы ты его видел. Ага, да, ну, похоже, да. Так.
даже вещь этот кармашек. Так, и все, завтра ты с ней летаешь, да? Ну да, мне Илюха не отдал. Мы не это самое, не доехали.